Хейо, гайс, с вами Шапки, мы продолжаем родить игру под названием Shadow Warrior. Да, это первая часть, как вы помните, мы получили с вами новые две способности, это... Так, ДД и ПКМ, это хил. И вперед-вперед, это у нас мощная атака заряженной энергией ки, либо типа того. А теперь мы в какой-то непонятной локации... Где я думаю, что я уже заблудился. И туда довольно темно. Не, бамбук все-таки не режется или режется? Стоит его вообще кромсать мне? Кажется, нет. Он довольно прочный. Привет, кролик. Чё, как? Как поживаем? На, сюрикен выпала! Сюрикен въебала? Сюрикен въебала? Сюрикен? 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 Сюрикен! Ха, он думал от меня сбежать. Ха, наивный. Так, все, дальше туман, да? Значит, сюда я могу спуститься. У меня развилочка-то вот туда пойти и пойти вот туда. Давайте, наверное, сначала сюда сходим. Довольно страшно. Чем дальше, тем страшнее. Ну как, ладно, не страшно, но... О, здорово. Плюс карма. Один тайник. Ой, ой. Шанс того, что меня никто не поджидает, довольно маленький, я думаю. Так, мы уже сколько? Троих, да, угрохнули кроликов? Ладно, пойдем по течению. Или давайте сначала сюда свернем. И это у нас просто пойдем сюда к тому же туману. Тут водопадик. Но нам все равно сюда придется пойти, потому что мне нужно узнать, что здесь. What is this? Что это такое? Алтарь какой-то. Что он здесь делает? Будто я знаю. Но, кажется, ки в нем завались. Так, ну это понятно. Это F5 сразу же. Автоматом мы делаем. Сколько врагов? Много. Значит, заряжаем. Так, темный кристалл дает вам энергию. Что? Я не прочел. Ладно. Я, ребят, конечно, ни на что не намекаю, но я вижу там сияние. Я бы хотел туда попасть. Так, там, походу, тропинка есть, но... А там тропинки нихера нету, ребят. Привет. Как чё? Бац. О! Плюс карма. Копатель. Я копатель. Довольно странный одна вещь, то что тут нету врагов. Да, здесь что-то нету врагов. Это очень странно. Ага. Договорился, да? Привет, парень. Меч в лицо. Меч в лицо. Обитатель мира теней. Довольно агрессивный для теней. Обитатель мира теней. Из царства теней. Супер. Ну теперь все прояснялось. То есть они берутся из теней, как я понимаю, да? Ну, чё, пока что все идет хорошо, я думаю, сохранится. И давайте, наверное, все-таки посмотрим, что у нас есть по апгрейду. Потому что, что правильно, у нас теперь есть и то, и то. А где очко кармы? Или чё, я что-то не врубился? Я ж убил довольно много. Окей. Нихера тут нема. У нас есть кристалл Ким, хорошо. Давайте смотреть. Удар волна.
Рев тигра, вселенная страха во всех, кто его слышит, и эти металлические позволяют отталкивать врагов и вселяться в них страх. Короче, это просто пугает врагов, я понял. Поток. Карт Кои олицетворяет целеустремленность и упорство перед лицом невзгод. Говорят, что когда Кои плывут вверх по течению, лишь сильнейшие достигают конечного водопада. Там они становятся водяными драконами. Эти методы так предлагают контроль над полем боя, делая врагов беспомощными. Ловушка Кои. Когда мастера этой стихии достигают финального так водопада, медитация, времени замедляется до полной остановки. Максимальная продолжительность потока увеличивается до 6 секунд. То есть я смогу останавливать время? Нихера себе. Или подождите. Когда мастер этой стихии достигает финального водопада, медитация, время замедляется до полного остановки. Но я не знаю, ну типа... Так, бездонный водопад. Знание такого, что ки течет повсюду, позволяет мастеру этой стихии так процентировать свою энергию. Дальше, дальше потока увеличится на 30 метров. А, то есть определенная область, да? Медитация... Так, тихий пруд. Медитация над спокойной водой. Адепты осознают, что даже самые сильные эмоции не имеют смысла перед мощью ки. Теперь поток действительно так же и на разъяренных врагов. Сильные эмоции не имеет смысла перед так мощью ки. Теперь поток действует также на разъяренных врагов. Ага. Вечный дракон. Непрерывная концентрация над целью является основой для истинного понимания этой стихии. Новые волны больше не выпускают ранее захваченных монстров. Новые волны больше не выпускают ранее захваченных монстров. А, то есть они как во сне, либо что-то в каком-то встане, да? Это позволит, чтобы они вообще не могли двигаться. Подожди, а у нас уже это прокачано? А, это у нас вот это прокачано. Водяная ловушка. Так, действует на всех разъяренных врагов на 20-метровой линии. До 4 секунд. Комбинация с СС, затем удержите по камень, чтобы набрать так силу и отпустите, чтобы выполнить удар. Действует на всех неразъяренных врагов. На радиусе 20 метров линия. Хорошо, то есть мы линию какую-то пускаем, а на 4 секунды мы замедляем врагов. У нас идет развилка именно так, да, типа в поплок. Хорошо, это поток. Давайте тогда я сразу с этим изучим. Ударная волна. Рыв тигра. Собирайте врагов в радиусе 4 метров. Комбинируйте так ВВ, затем удержите, чтобы набрать силу, и отпустите, чтобы выполнить удар. Успокаивающий бриз. Это оборонительная техника, успокаивает врагов, находящихся под действием рева тигра, а что снижает их желание атаковать вас. Мерная буря. Как ветер, задумавший свечу киволна, так, мерная буря гасит все эмоции, ударная волна нейтрализует ярость противников. Прыжок тигра. Освоение этой техники позволяет полностью оглушить врагов на срок до 5 секунд. Как-то очень мало. Ну, типа стан, хорошо. Повышение объема передачи ки увеличивает так радиус ударной волны до 6 метров. На самом деле, типа, это врагов успокаивает, то есть они есть вероятность того, что они будут, не будут атаковать. А здесь же у нас стан, просто типа станет врага. Хорошо, дальше что у нас есть? Лечение. Говорят, что павлин обладает способностью противопостояния яду и вызывания, так, исцеления дождь. Техника павлина использует ки, чтобы исцелять тело и ум. Выучено, но это, короче, благословение павлина. Павлин, это который сейчас у нас здесь, да? Восстанавливает 45 единиц здоровья до 65% от максимума здоровья. В течение 5 секунд комбинация нажимаете так, да? Хорошо, но это типа у нас хил. Защитный веер. Ки окружает заклинателя, защищая его от вреда. Полученные удары больше не прерывают перед ки. Ага, то есть вокруг меня какая-то энергия от вреда. Вот я, мне интересно от вреда, что это значит. Ну то есть теперь для нас ки, то есть мы будем хилиться, если мы будем хилиться и враг по нам попадет, то есть урон нам не будет. Хорошо. Прящее перо. Освоение этой техники позволяет быстрее выполнять лечение, время выполнения заклинания уменьшено до 4 секунд.
Ага, то есть мы намного быстрее хилимся. Хорошо. То есть, видите, то, что темно, типа, нельзя прокачать. Светло это можно. Живительная роса. Совершая свою технику передачи энергии, адепт может лечить себя больше эффективно. Ну, более эффективно восстанавливать 60 единиц здоровья. То есть, не по 45, да? А уже по 60 сразу. Исцелительный дождь. Подобно дождю, оки омывает ваше тело, регенерирует его почти полностью. Восстанавливает 8 до 80% от максимального уровня здоровья. Ну, то есть здесь у нас 65 было, а здесь уже 80. Хотите сказать, как-то можно ХП прокачать? Так, защита и ударная волна. Все, осталась защита. Чешуя дракона. Блокирует 40% урона от фронтальных атак ближнего боя. Комбинация. АА, затем удержка ПКМ. Блокирует 40% урона от фронтальных атак. То есть это прямые атаки имеется в виду? Ну типа фронт это вот, фронт. То есть это... Где я вижу, да? Типа если спину, то это не... Так, отражающая чешуя практически начинает понимание, что защита — это нападение в более изящном ображении. Щит так. Щит получает 20 вероятности сбить врагов вместе с атаками ближнего боя. Стальная кожа. С практикой приходит мастерство. Теперь щит блокирует 50 урона от полученных ударов. Ну, блин, я не знаю, типа 40 и 50, но это не очень на самом деле. Так, выносливость дракона. Более глубокое понимание энергии ки позволяет блокировать все типы атак. А, вот это вот полезно. Я не знаю просто, насколько это вот действует на самом деле. Требуется выносливость дракона. Так, ки окружит заклинателей, защищая от урона со всех сторон. Ага. То есть здесь выход, не понимаете, типа вот эта линия, но здесь такой 50-50. А дальше можно взять в расчет это лечение. Поток, водяная ловушка, тихий пруд. Не знаю насчет как выгони ловушки. Ударная волна тоже на самом деле такое себе. Типа стан можно, да, прокачать. Но в основном здесь идет сейчас на защиту, знаете, упор. Не знаю почему. Блин, типа хилы или защита? От фронтальных атак ближнего боя. Ну, давайте, типа, подожди, АА это у нас... Ну, короче, там у нас была ДД. Это АА. Давайте, типа, прокачай, посмотрим, как это будет, на самом деле. Я хочу просто узнать. Прокачаем вот эту вот линию, вот. То есть, переднюю часть тела. Что у нас? Давайте по оружию. То есть, деньги у нас есть, но я не вижу смысла просто в самой прокачке вот этих предметов. Точность повышается. Давайте я патроны куплю. Ладно. Навыки. Вот мне обидно то, что очки кармы как-то очень медленно восстанавливаются. Давайте посмотрим, как это будет. То есть оно постоянное. Но я не могу... так сказать, нормально драться. А знаете, то же самое, что, допустим, воин в всяких RPG играх. А это... сейчас. А это наш просто типа щит, который мы подняли. И у нас уменьшается плюс скорость передвижения. Ну, такое. О, здравствуйте. Ну, хотите, если враги сейчас появятся? Они появятся. Давайте попробуем. В ярость. И ярость еще прокачал. Ну смотрите, в принципе, если мы хотим чисто играть мечом, для нас это идеальный предмет.
Потому что мы в основном будем драться мечом, так ведь? Но мы не можем сюрикен метать. Да, мы не можем типа метать сюрикен. А где показан наш опыт? Вот это мне тоже вот интересно. Типа он нигде здесь не указан. И, ну, такое на самом деле. Давайте сначала взорву все вот это дело. Ай-яй-яй. Мы будем прокачивать с вами щит и хил, ребят. Я все-таки так решил. Это довольно прикольно. У меня будет защита. И у меня есть восстановление хп. Типа, что может быть прекраснее? А найдите голема и забрать... Так, хорошо. Чувствую, здесь что-то да есть. Типа, ну, камон, серьезно, просто коробка. Ну ладно. Типа, мне довольно... О, рыбка. Мне довольно прикалывает игра. Сейчас. Ну-ка, могу я? А, навряд ли могу. Типа, рыбку, знаете, разрезать. Ну ладно. Типа, видите, я не успеваю отбежать все равно так далеко. Тут серьезно ничего такого нет? А, у нас наша машина. Давайте возьмем. Не, я все-таки, наверное, защиту буду, ребят, скачивать. Это люк из Марио, что ли? Ладненько, какой-то люк. Так, больше здесь ничего. Вот еще какой-то люк. Или что это, я не знаю. Так, ну мы можем по люк. Там кролик. Спуститься сюда. А, точно, мы же тогда с вами по этой стороне, да, шли? Так, здесь больше ничего такого нету. Ах, Сакура. Красивое место. Не, серьезно, красивое место. Так, опа. Так, освещать мне... Подождите. Ну, блин, он мне плюс вижен убирает. Ха. Ну, знаете, это прикольно на самом деле. Типа, щит и меч. Мы можем чисто играть... Ну, блин, ну, в дальнейшем я повторюсь. Это только сейчас у нас противники ближнего боя. А дальше уже будут и дальнего боя. Поэтому здесь я вот... И не знаю. Поэтому я типа дальше там не знаю. Ох ты ж, ё-моё, чего вас так много, ребят? Henchmen pay these days anyway. I hope the death benefit is decent. Не-не, вы мне. Сори, ребят, не помеха. Ну, такая уж сильная. Интересно, а я могу. О, я могу и так сделать. Ладно. Хедшот. Ладно. Так уж и быть. Ладно, так куда ушла эта статуя? Наверное, она уехала. Зачем? Она голем, ей необходимо вернуться, а храм является местом силы. А самое большое неподалеку, как кладбище Капу... Капа? Так, найдите голема и заберите. Хорошо. А, точно, я же сказал, что я сделаю этот авто, да, подбор. Ну, давайте тогда это сделаем. Автоматически менять. Я не понимаю, что вот это. А, ну, оружие, наверное, если у меня, типа, нету боеприпасов.
Да. Пускай он автоматически собирает вещи, потому что мне неудобно. Блин, нужно еще будет проверить, показывать. Я ж... Видите, типа, вместо обычной атаки он почему-то считает, что я что-то не могу сделать. Типа, с одной стороны, да, я не могу заюзать способность, но... Да, он автоматически подбирает, это хорошо. Но он как-то это медленно делает. Он как-то это серьезно медленно делает. Печенюшка. Лованг, стимул надежды. Ладно, я подумал, что-то она не подобралась, это странно. Мы уже столько вещей, наверное, сломали. Да, он подбирает даже... Оказалось, что там что-то есть. Если мы даже уйдем очень далеко. Так, ну, в принципе, в машину, да, садимся. Сейчас книжки эти сломаю и отправляемся. Я понимаю, что это конец, типа, будет миссии сейчас, но... И что? Не, ну вот это... Серьезно прикольная техника. Я мог, в принципе, сбегать в ту сторону, ну, ладно, не буду тратить время, но... Подождите. Там нету прохода. А, так тут не одно окно, ё-моё. Ну, ребят, отправляемся тогда. Before we do this, прежде чем делать это, мне нужно знать твое имя. А, какая прелесть. You know demon, если ты знаешь имя демона, ты можешь управлять им. Правда? Так написано в книгах. Есть только одна проблема. Также в них написано, что человеческий язык не может проведить именно демона. Развести. На спор. Ладно, меня зовут Ходжи. Ходжи. Но это невозможно. Как ты должна быть... Ты избранный. Ты избранный, про которого говорят в пророчестве. Правда? Что еще говорят в пророчестве? То, что эти избранные проверят в любую глупость, которую я придумаю за пару секунд. Улежи из... Так, вылази из моей машины. Уровень завершен, ребят. В смысле? А вот это интересненько. Очки за миссии. Кармический приз. Ну, ладно, на это честно посрать. Мы прошли-то за час с чем-то миссию. Ну, понятное дело, мы все читали, все такое. Полученная карма 90. Полученная карма 90, потому что я не нашел еще два тайника. Вопрос, а хоть и не были? Получить кармы. Ну, найдено кристаллов Ки, это хорошо, ладно. Собрано денег. Понимаете, то есть где-то мы что-то не нашли, все-таки было что-то от нас и скрыто. То есть это вау. То есть это серьезно классно. Так, и по картиночкам можно понять, что это какой-то робот. А, слева. Посередине обычная комната. А, это даже дискотека, слушайте. А справа это у нас полицейская... Подожди, полиция? Это город? Нихера себе, мы уже сразу в город идем. Ха, а это интересно. Ну, давайте, типа, у нас осталось 6 минут. А, полазим, смотрим. Глава 2. Интересно, сколько всего глав здесь? Цирк на колесах. То есть, глава это у нас один уровень, понимаете? Ну, мы с вами все исследуем, поэтому мы так и времени много тратим. Как бы... О, господи. Что случилось? Блин, похоже, здесь проехали свадебный кортеж. Или да, или да. Так, найдите голема и забрать... Магицаки. Хорошо. Ну, в первую очередь, ребят, всегда нужно идти в обратную сторону, оттуда, куда мы пришли. И, ну, вы слышите звук, но я не знаю, скорее всего это... Так, а мне... Ни хрена. Так, здесь лучше мне...
подальше, да? А, я понял, мне двери открыли. Странно. Наша машина тоже взорвется? Не, наша машина молодца. Наша машина не, не взрывоопасна. Да. Ну, ладно, царапинку оставили. Так, а теперь мне здесь тяжко немного ходить. Я горю? Блин, я не хочу узнавать, буду гореть ли я. Ну, понятно, тут тоже тела. Хорошо. Я все взрываю, потому что это нужно. Они что, танцуют? Давайте привлечем их внимание. Ух ты, это тоже можно ломать. Ой-ой-ой, тихо. Давай. Не-не-не, это плохо-плохо. Я не знаю, что они сделали с людьми. Я не хочу это знать. Ну да, типа они меня могут атаковать. Ой-ой-ой, я считаю, это они начали мне... Они в крысу нападают. Все? Почему опять на 3? Ладно. Ну я хотя бы хилюсь и появившимся этими демонами. Все равно не открывай дверь. Открой. Ну может, знаете, здесь тоже будут типа двери, которые только можно взорвать. Ладненько. В смысле? В смысле? Ни хрена себе. Вот эта машина вот такая же, как и моя. Прочная. Так, ну по сути туда тоже можно как-то попасть. Скорее всего по крышам. И там что-то светится. Хотя здесь по сути везде что-то светится. А ну-ка велосипед задымится. Ха. Было бы прикольно, если бы да. Так, ну это понятное дело, что бабахнет. Хотя... Фейерверки. Могу... подождите. Это не так тут просто, слушайте. Так. Блин, а могу ли... Подожди, мне нужно залезть на машину. Я не могу, да, прыгнуть и типа разбег взять. Туда можно попасть, там что-то есть, я вам гарантирую это. Но это очень тяжело провернуть. А, я не могу... Я не могу прыгать при беге? Слушай, а как мне тогда это сделать? Он у нас либо не хопит. А, он даже не прыгнул. Мне нужно как-то попасть туда. Я вам говорю, там что-то есть. Сука. Может, ладно. Окей. Счет не получается. Но я уверен, что туда как-то да можно залезть. Не может быть, что это просто так. Очки кармы плюс. Дом. Блин, но тоже не открывается, ё-моё.
Может, я уменьшаю машину, когда бью по ней? Вели горит? Серьезно? Хотя что, моторный был двигатель? Опа! Да, все-таки туда можно попасть. С помощью машины. И как вы мне это предлагаете сделать? Я, конечно, извиняюсь. Ладно, в принципе, можно на этом, я думаю, закончить с вами. Поэтому... А Game Arcades? Да, Game Arcades. А сразу значок Сэма, и мы туда пойдем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Я Годзиллу вижу, слышите? Ребята, это Годзилла. Пипец, сколько тут пасхалок. Она ушла. То есть, там город вижу. Ладно, давайте тогда в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.